Эгрегор денег, молитва. Денежный эгрегор, я преклоняюсь перед силой мощи Твоей. Я преклоняюсь перед Твоим величием, идущими с глубин Вселенной. Позволь мне иметь на день сегодняшний денег в достаточном количестве для моей семьи и для меня. Я обещаю Тебе быть благородным, благодарным за любую сумму, которую ты можешь мне послать в самое ближайшее время. Я прошу тебя помочь мне решить ту или иную ситуацию. Здесь нужно указать, какую ситуацию вы хотите решить и для чего вам нужны решения этого вопроса. Либо вы хотите, чтобы ваш ребенок поступил учиться, либо хотите приобрести жилье и поменять условия жизни, либо желаете решить проблемы близких родственников. Например, кто-то заболел и вам нужны деньги на лечение, либо хотите приобрести автомобиль для того, чтобы быть более мобильным. Так и говорите, я хочу приобрести новый автомобиль для того, чтобы везде успевать и вписываться в этот ритм жизни. Чем проще будут ваши слова и объяснения, тем скорее дойдет ваша молитва и просьба до эгрегора. Обязуюсь не забывать о том благе, которое ты мне подаришь. Обещаю, что при самом удобном случае я смогу отблагодарить тебя через подношение к другому человеку. Определите сумму, пусть она будет маленькой, незначительной, всем мизерной, но вы должны будете помочь либо нищему, и неважно, что этот нищий собирает деньги, а потом у него вечерами их отбирают. Либо положите эти деньги просящим у храма или в храме, особенно в храме, который еще строится. Либо просто купите мороженое и угостите детей.